Вряд ли ты понимаешь, насколько опасны подобные слова. Это серьезное обвинение. Я не сомневаюсь, что Буйольд сможет все прояснить. Буйольд, твой спутник утверждает, что Хротмунд не дал тебе своего благословения. Это так? Моему спутнику следовало бы помалкивать. То есть, ты не отрицаешь этого? Кувар, выслушай меня. Ты сам говорил, что мы потеряли связь со своим прошлым. Чтобы двигаться вперед, нам нужны новые традиции. Мы сами должны править своей судьбой, а не слушать голоса из могил. В твоих словах есть своя мудрость. Однако, если бы ты действительно верила в дух Тирска, ты была бы честна. Но ты предпочла скрыть свой позор. Кувар, я... Я теперь даже смотреть на тебя не хочу. Убирайся отсюда. Иди, куда глаза глядят. Кувар, я твоя жена. Ты не можешь... И тем больнее для меня этот позор. Когда придет время, мы отыщем тебя. А пока ступай. Попробуй вернуть себе честь, как в старину.